Здорово. Здорово. Чё, как оно? Идеальная тачка. Я подзаехал на заправку, заправил бензина, потому что я знаю, что ты обязательно обсохнешь. Ну что, друзья, в наших руках оказалось по случаю Kia Magentis, она же Kia Optima, корейский бизнес-класс, как его называют. И мы хотим вам ее показать. Мы хотим вас познакомить с этим автомобилем, как обычно, рассказать свое мнение и сделать вывод, стоит ли она своих денег или нет. С вами Автолайф, рубрика «Случайный обзор». Погнали смотреть. Ну что нам приготовили корейцы в 2004 году? Давайте смотреть. Конечно, на сегодняшний день, на 2022 год, машина выглядит уже немножко старомодно. Но если ей сделать небольшой стайлинг, я думаю, что ее еще можно привести в благородный вид и сделать так, чтобы она дарила вам эстетическое удовольствие. По крайней мере, есть гораздо более современные машины, которые были выпущены после 2010-х годов, которые выглядят намного хуже, чем этот Magentis. Ну что, давайте, как обычно, пробежимся по внешке, посмотрим, что у нее есть. Смотрите, в общем, фары линзованные, там стоит ксенон. Хромированные ручки, хромированные молдинги, которые, кстати говоря, до сих пор даже сохранили свой вид и не выцвели. Хромированная рамка заднего номерного знака. Ну, то есть машина выделена какими-то вот такими элементами, как действительно какое-то немножко большее, нежели просто обычный поджоп. Такая вот у нее внешность, друзья, и, честно говоря, ну, как по мне, внешность на любителя. Вот лично мне она внешне, ну, не сказать, что прям нравится. Она выглядит неплохо, не хорошо. Вот выглядит, может быть, по-дедовски, может быть, обычная. Ну, вот такая вот обычная машина для своего возраста, ну, тоже были гораздо интереснее варианты. Но если вот внешне она вам нравится, в принципе, ничего такого там отвратительного в ней нет. Как вот бывают некоторые машины, на которые смотришь и хочешь просто выколоть себе глаза. А инженеру, который ее проектировал, просто руки переломать. По внутряночке тоже у нас все просто. Хотел сказать, просто, ну, со вкусом. Ну, вкус такой там, конечно, корейский немного. Но, тем не менее, ничего такого, как и по внешке, там отвратительного нет. В принципе, машина чем-то напоминает Hyundai Sonata того же самого года выпуска. Наверное, все корейцы плюс-минус делались в одинаковом стиле. Вот такая вот торпеда, там вот подушки безопасности пассажира, которая вот так вот сделана не на панели, которая к стеклу, а фронтально. Сзади машина, кстати говоря, достаточно просторная. И вот если сюда прийти... Ой, смотри, кстати, какой подголовник. Сам за собой я помещаю здесь отлично. То есть вот я ехал за рулем, да, комфортно сидел, и вот здесь вот тоже сидеть вполне себе комфортно. Как в самолете есть вот такой вот замечательный карман. Сюда можно положить инструкцию по полету и по эвакуации в случае экстренной ситуации. Бизнес-класс, может быть, и не бизнес-класс, но вот подлокотник, кстати говоря, подлокотник с подстаканниками. Давайте теперь посмотрим, как она выглядит спереди. В кресле пилота, как ты себя ощущаешь, а потом мы на ней прокатимся и расскажем вам, как она ведет себя на дороге. Как я уже сказал, сидеть достаточно удобно. Вот я не двигал сиденья, вы видели, да, вот как сколько сзади места, вот столько же места спереди, в принципе. Ноги ни за что не задевают, никуда не упираются, и сидеть в машине реально удобно. Все органы управления под рукой. Климат-контроль, магнитола, аварийка удобно достаточно расположена. Стеклоподъемники, регулировка зеркал. Кстати, трек-контроль есть, система стабилизации, ничего себе. Да, это круто, конечно. Ручник, здесь подогревы сиденья могут быть в какой-то комплектации. Достаточно все удобно и эргономично, все под рукой. Подоечник вот здесь вот у нас есть такой вот, прекрасно. Ну и у меня в детстве была подруга, которая открыла вот такой вот козырек на пассажирском сиденье, там не увидела зеркало. И она такая: о, что, говорит, у тебя машина такая, это же обманка, говорит, это же не настоящая штука. Я говорю: в смысле обманка? Она говорит: ну как, здесь же зеркала нет. Я говорю: так это же от солнца. Она такая: как от солнца, это же чтобы в зеркало смотреть. Вот здесь, короче, обманка, друзья, у водителя зеркала нет, поэтому эту хрень можно выкинуть нафиг. Вот здесь вот у нас есть зеркало, чтобы пассажир или пассажирка ваш могли себя привести в порядок, посмотреться там, причесаться. Вот, ну для водителя, наверное, надо делать вот так вот. Я
что еще рассказать? Да, в принципе, здесь больше нехер рассказать. Машина простая, как 3 копейки. Сел, завел, поехал. Единственное, вот, что мне в этой машине понравилось, так это магнитола. Вот этот вот звук, помните, да? Вот кто застал времена вот таких вот аналоговых систем, которые вот, вот такие вот сейчас старинные, древние. Когда ты засовываешь кассету, включаешь вот этот вот щелчок, слушайте. Вот, и она начинает играть. Вот это, конечно, да, это очень круто, стильно. И, кстати говоря, у этой машины есть такая фишка, как электроскладная антенна. Включил радио, и в этот момент у меня выехала антенна. Прикиньте, вот насколько все продумано. Это, наверное, сделано для того, чтобы аэродинамика у машины была еще лучше. Больше нечего про нее рассказать. Пойдем покажу, что у нее находится под капотом, покажу размеры багажника, ну и прокатимся на ней, посмотрим, что она из себя представляет в движении. Друзья, сразу что хочется отметить, это газлифты, которые держат капот. На самом деле, даже не у многих современных автомобилей есть такая штука прикольная. И действительно это удобно, когда тебе не нужно искать здесь вот эту палку, вставлять ее куда-то там и что-то придумывать. Вот когда ты открыл капот, оно у тебя держится на газлифте. Нам досталась версия с бензиновым 2-литровым двигателем. Наверное, это самый простой мотор для данного автомобиля, потому что до этого у нас были машины такие с движком V6, кстати говоря. Она прям вообще приятно едет. Ну, даже несмотря на то, что это обычный 2-литровый двигатель, динамики хватает для города и для трасс, в принципе, тоже вполне себе приемлемая тачка. На ней нет, конечно, такого ощущения, что ты там можешь на 120 выехать на встречку и спокойно обогнать фуру, но, тем не менее, в рамках стандартной езды этого мотора хватает. Как я уже сказал, бывает еще мотор V6 2,5 литра, бывают какие-то еще дизельные двигатели, ну и коробки на данных автомобилях бывают как механические пятиступенчатые, так и старые допотопные 4-ступные автоматические коробки передач, которые работают на все свои 4 передачи, конечно, они тугие, задумчивые, но если вы цените больше комфорт, чем динамику, то вам однозначно нужен будет автомат. Но если, допустим, выбирать вот эту машину на механике или на автомате, я бы выбрал механику только потому, что автоматы старые, они, конечно, очень тупые и прожорливые. Под капотом у этого автомобиля все достаточно просторно и продумано. Нету такого, что что-то где-то неудобно расположено. Я, конечно, не мастер сам, не могу сказать, насколько ее удобно полностью обслуживать. Но, тем не менее, вот бывают машины, которые загоняешь на СТО, допустим, Ford с каким-то мотором, когда мастер говорит, ёп, ты гадык, у нее же генератор сзади, как мне ремень менять? Здесь такого нет, никто никогда не ругался, что здесь что-то неудобно делать. В принципе, все под рукой, патрубки, шланги, радиаторы, вот уровень масла можно посмотреть. В общем, в плане обслуживания машина обычная и никаких проблем вам доставлять не должна. В плане надежности, кстати говоря, тоже тачка достаточно надежна и нет такого, что она постоянно требует деньги из вашего кармана, вот просто с регулярной стабильностью. Нет, такого нет. И на самом деле она не особо популярна на вторичном рынке, я не знаю, почему их как бы так немного недооценивают, но тачка действительно неприхотливая и надежная. И это ее тоже один из больших плюсов. Нам досталась вот эта машина российской сборки, вроде бы как их в России там как-то собирали. Вот, у нее два ВИН-номера. И если кто-то не знает, и бывает, возникает такая ситуация, типа, а где ВИН? И почему у нее там написан такой ВИН, а здесь написан другой ВИН? Это нормальная история, и здесь у нее указан ВИН российский, а там указан ВИН корейский. Потому что, насколько мне известно, их вроде бы как формально собирали в России, но машины уже приходили почти что готовые полностью в сборе с Кореи. И у нее просто в России с ней производили какие-то небольшие манипуляции, набивали отечественный номер, и вроде бы как машина российской сборки. Наверное, это делалось больше для каких-то экономических, из каких-то экономических соображений. Но вот есть такая особенность. И если вы увидели сначала в документах один номер, а здесь другой, то не пугайтесь, это нормальная ситуация, так должно быть. Кстати, кто не знает, как отличить корейский ВИН от российского, я сейчас расскажу. Корейский ВИН начинается на букву К, а российский на букву X. Кстати, вот интересно, почему К, Корея, J, Япония, а Россия это Х? Пишите в комментариях ваше мнение на эту тему. Да, больная тема этой зимы, это омывайка, здесь она заливается удобно. В принципе, открыл пробку, залил, вроде как ничего даже не разольешь. Моторы при должном уходе масла
не должны жрать, но вот, по крайней мере, у нас вот там все уровни, и сколько таких машин попадалось, такого, что там туда килолитрами нужно заливать масло, мы не замечали. Каких-то явных болячек тоже замечено не было. Ну, стандартные возрастные моменты, типа потеющие прокладки, типа просевшие подушки двигателя, но это, я думаю, что простительно, опять же таки, для его возраста. Ну что, давайте закроем капот и откроем багажник. У этого автомобиля багажник открывается вот здесь. Многие, кто первый раз сталкивается с такой машиной и не могут открыть багажник ключом, часто ищут вот эту вот кнопку, которая находится на двери. Ровно так же, как и кнопка открытия лючка бензобака. Она здесь тоже электрическая. Ну что, обычный багажник, рассказать особо нечего. Да, сиденья задние складываются. Проем там, конечно, не на всю ширину кузова, но какую-нибудь габаритную вещь вам перевести хватит. Также хочется сказать, что складываются они в пропорции 40 на 60. Это значит, что вы можете, если везете что-то узкое, допустим, лыжи, то можете также везти сзади пассажира. Возможно, даже двоих пассажиров, если у них худенькие попки. Ну а нам с вами осталось только прокатиться и показать, что он себе представляет в движении. Ну что сказать, друзья, машина достаточно мягкая и комфортная. И за рулем, конечно, не ощущаешь себя как в каком-то там прям бизнес-классе, да, но в свою очередь и не ощущаешь себя в какой-то погремухе, вот типа даже какого-нибудь там Соляриса, Киарии современной. Потому что машина едет как корабль, она такая мягкая, плавная. Ямы, кстати говоря, подвеска глотается очень бодро. Нету такого, что ты заехал в какую-нибудь кочечку или там подскочил лежачего полицейского и чувствуешь, что у тебя сейчас зубы останутся на языке или там где там бывает. После таких потрясений. Коробка переключается информативно, мягко. Нет такого, что болтается кулисы, ты не знаешь, куда попасть тебе, в первую или вторую передачу. Вроде бы все тут без проблем и четко. Сигнал расположен по-человечески. Надо нажать на сам руль посередине. Нет никаких вот таких кнопок, как в японцах того времени, в некоторых корейцах, которые находятся с боков рулевого колеса. И тем более нету такой херни, как в Рено, когда тебе, чтобы посигналить, нужно нажать на рычаг поворотников. Конечно, какого-то мега комфорта здесь не чувствуется. И назвать все-таки корейским Мерседесом эту машину я не осмелюсь. Но тем не менее, это действительно машина, скажем так, немного выше среднего уровня для того времени, я думаю, тем более. Потому что она удобная, потому что она комфортная, потому что у нее большие сиденья. И еще раз повторюсь, нет такого ощущения, что едешь какой-то там, в какой-то пластиковой погремушке, в которой все сделано так, что вот из того, что слепили, из того, что было. Панель у нас выполнена из такого плотного, добротного пластика. Карты дверей выполнены из мягкого материала. Вот здесь все у нас в велюре. Сиденья, кстати говоря, тоже в нашей комплектации велюровые. Нету никакой тряпки. И вот, насколько мне известно, что, в принципе, у них не бывает обычных тряпочных сидений. Либо кожа, которая, наверное, еще даже натуральная кожа тех времен. Либо вот такой вот мягкий, приятный велюрчик, на котором тоже приятно сидеть любое время года. Зимой задница у тебя не мерзнет, летом не потеет. И выглядит он, в принципе, тоже вполне себе хорошо. Ну что, друзья, давайте подытожим все сказанное об данном автомобиле. Что хочется сказать. Купил бы ли я себе такую машину, если бы у меня было 300 тысяч и больше вот никак? Скорее всего, нет. Но не купил бы не потому, что она какая-то плохая, а потому, что она мне немного не подходит внешне. Тут, как говорится, на вкус. Машина неприхотливая, машина простая, на нее куча доступных запчастей. И, в принципе, кроме того, что у нее достаточно слабый металл по кузову, да, плохого про нее сказать ничего я не могу. Тачка действительно неприхотливая и надежная. Если вы берете данный автомобиль, то вам, конечно же, стоит в первую очередь обратить внимание на состояние кузова, а именно на состояние днища, порогов, скрытых частей багажника, потому что под ковриками вполне возможно, что там уже будут какие-то гнилые места. Ну, если у нее нормальный кузов, конечно, провести какую-то маломальскую диагностику технической части, машину можно смело брать, потому что, в принципе, тут ломаться нечему, она простая, она неприхотливая и... Ну, на самом деле, по своему техническому устройству ничуть не сложнее какой-нибудь отечественной десятки. Будешь ее продавать? Да, конечно. Я думаю, очень быстро уйдет.
Бензин я заправил, не кончится. Это самое главное. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы будем снимать для вас много разных интересных тачек. Ну а мы погнали. До новых встреч. Пока. Told me to be strong.